Мало кто задумывается, что кухня – это не то, что снаружи, а то, что внутри. Это скрытые за общим фасадом модули, ящики, функциональные углы шкафов и нижних баз, дающие нам дополнительное пространство. Это механизмы открывания и поднятия, от которых зависит наш комфорт, аксессуары и важные мелочи, организующие наше пространство и берегущие наше время. У каждого из нас есть свои предпочтения, привычки. Кто-то из нас любит много готовить, много времени находится на кухне, и тогда нужно предусмотреть дополнительные зоны для использования, для хранения. Можно увеличить глубину столешницы и организовать еще одну линейку дополнительных аксессуаров за счет глубины. Кто-то любит минимализм, или есть дизайнерская задача скрыть кухню максимально от постороннего взгляда. И тогда все кухонные модули, весь функционал можно спрятать за специальными дверьми, которые придадут ей ощущение гостиной больше, чем кухни. Кто-то из нас небольшого роста, или есть задача использовать максимально высоту помещения. Тогда мы зашиваем верхние модули под самый потолок. В этом случае очень удобно применять электрические механизмы. Они облегчат максимальное их использование и дадут нам дополнительный комфорт. Кто-то из нас видит лучше, кто-то хуже, у кого-то более светлые помещения, у кого-то нет, северная сторона. Подсветка – это не только то, что мы привыкли видеть под верхними модулями. Очень важна она также и в нижних модулях, и в ящиках. Гораздо комфортнее и удобнее видеть все то, что мы ищем, а не вспоминать и догадываться, что мы туда должны были положить. Все аксессуары, наполнение, электрические системы очень важно рассмотреть уже на моменте проектирования.